8 минут. Начинаем запись. Запись пошла. Хлопок в ладоши. Ну что? Запись пошла. Вот, привет! Надо подойти ближе к этому самому, чтобы мы слышали все. Вот он теперь с нами рядышком. Здорово! Здорово, Aircraft! Сейчас ты полетишь в воздух! Наверх, высоко! Пока! Ну все, Aircraft ушел наверх, высота 30 метров, вот мы возьмем 30 метров, 35 на всякий случай, чтобы в случае чего, смотри, какое-то озеро, надо раздвинуть антенны и полететь к озеру, посмотреть, что там за озеро. Запись идет, все ништяк, идем к озеру. Это не озеро, это лужа, мы на высоте 28 метров. 26. Это походу просто большая лужа. 20 метров. Сколько метров? 15 метров. 15? Мы над лужей, висим над лужей. Но это типа какой-то уже, типа как болотце. 10 метров высота. Висим над лужей. Ну какая-то большая лужа. Спускаемся еще немножко ниже. 9 метров. 8. 7 метров над лужей. Здоровая лужа. Ну что, полетим в город. Полетим в город. Я его вижу. А вот это здание вон, если не ошибаюсь. Да, нет, не знаю, не уверен. Похоже на то. Да, генеральное здание вон в Англии, наверное. Немножко ниже, 50 метров. Ну, я курю. 50 метров, летим к зданию Авона. Оно, не думаю, что выше 20-30 метров. Прикольно, достаточно высоко. Вот здесь какие-то развалины еще. Старого здания. И начинаются озера. Вот, можно вдоль речки полетать. Поднимемся выше. Слабый сигнал. Высота 90 метров. Сигнал все еще слабый. Если поднять пульт, сигнал выровнялся. С поднятым пультом, конечно, летать не алё. Ну вот, высота птичьего полета 125 метров. Здание Авон. Ну вот, смотрите, там есть лодочная станция. Можно слетать к лодочной станции, посмотреть, что там и как вообще происходит. А вот это, в принципе, город. Вот. Центр города. Ну что, полетели к лодочной станции. Тут такая заводь у нее. Еще прикольно. Снижаемся. 120 метров высота. Снижение 3 метра в секунду. Дальность от нас 500 метров. 100... Снижаемся. 80 метров высота. Ну, можно немножко покрутиться, посмотреть вообще. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Потеряли сигнал.
Сейчас хеликоптер должен вернуться назад, сам по себе. Сейчас мы его поймаем и развернем назад. Вот, сигнал пойман. И видим, что он возвращается назад. А мы его, хопа, все, и он под нашим контролем. Возвращаемся. Здание вона. Где это? Мы где-то там, походу. Офигеть, Павлик. А? Ищи давай. Какой-то пилот нам хреновый, Василий, сегодня попался. А не, вон, я знаю, где. Потерялся. Ну, мы там вот. We'll be right back.